Телеканал КРТ представляє. Тож усі українці розуміють, що зараз дуже скоро буде наша медицина жити за новими правилами. Є таке поняття, будуть опорні лікарні, неопорні лікарні. Тобто, що буде реально відбуватися у нас в Україні з медициною, з лікарнями через декілька місяців? Поясніть, будь ласка. Ну, смотрите, перше. По новим правилам часть медицини вже живе з 18-го року. Почему? Потому что это то, что мы сейчас говорим, это реформа финансирования здравоохранения в стране. Когда финансирование здравоохранения переходит от финансирования бюджетного учреждения на поддержание бюджетного учреждения на так называемую контрактизацию медицинской услуги. То есть учреждения бюджетные медицинские становятся предприятиями, и единый государственный закупщик, Национальная служба здоровья Украины, закупает у них услуги, которые они должны оказывать населению. Ну, вот это в целом, что мы говорили. Но для населения это не зрозуміло. Первый этап реформы – это была первичка. Это семейные врачи, педиатры, терапевты, которые переходили в 18-19 год. Сейчас, это, если все помнят, подписная кампания «Выбери себе врача». На самом деле не выбирали врача, а выбирали медицинское учреждение, потому что подписантом был представитель медицинского учреждения и пациент. Так называемая декларация на выбор врача. И тогда же деньги пошли не за принципом регистрации, то есть прописки, а за принципом приписки к медицинскому учреждению. Вот сколько приписалось пациентов к медицинскому учреждению, сколько медицинское учреждение от Национальной службы здоровья денег и получало. То есть базовая ставка 370 гривен в год, средняя с учетом возрастных коэффициентов 570 гривен. Это первый этап реформы. С 1 апреля будет второй этап реформы. Если то переводили первичную помощь, то сейчас будет переводиться специализированная экстренная медицинская помощь на, то есть, на новое финансирование. То есть будут переводиться уже больницы. Если то были центры первичной медико-санитарной помощи или амбулатории, то сейчас уже будут переводиться поликлиники и больницы. То есть намного более ресурсоемкая часть здравоохранения. Почему и вызывает вопросы. Потому что когда первый раз переводили первая часть реформы, то тариф был до реформы 210 гривен за пациента. После реформы тариф стал где-то в среднем 570 гривен за пациента. Более чем в 2,6 раза повысили финансирование первички. Естественно, это позволило поднять зарплаты врачам на первичке. Зарплата в некоторых случаях доходит до 15-18 тысяч гривен. Это позволило более-менее поднять оснащенность медицинских учреждений. Это позволило сделать так, чтобы пациент почувствовал какой-то эффект от того, что он уже выбрал врача, и врач за эти деньги уже готов к нему внимательно относиться. Но вот сейчас будет реформа специализированной помощи. На всю вторичку по стране, а это там сколько у нас, ну, 1350 медицинских учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь, то есть больницы наши, у нас будет 44 миллиарда. Вот на всех семейных врачей у нас будет, то есть, ну, это сколько, у нас будет 19 миллиардов. А на всю специализированную помощь 44 миллиарда. То есть это крайне мало, и понятно, что зарплаты уже не поднимутся. Наоборот. Если вы сейчас увидите, вы посмотрите в интернете, постоянно публикуются сканы писем счастья, которые начинают получать медики. О том, что будет сокращение, о том, что у вас 1 апреля может быть снижена зарплата, вы к этому готовитесь. Ну, у нас положено за 2 месяца уведомлять. Вот уже начали уведомлять о возможности сокращения. Ну, это в рамках законодательства. Ну, конечно же. Они же стали предприятиями. Если раньше это было бюджетное учреждение, то теперь это предприятие. Уровень зарплаты врача, если раньше он соответствовал бюджетной ставке, то есть у нас были разряд, бюджетные разряды, ставки, и невозможно было заплатить меньше, чем по ставке. Это, конечно, были мизерные деньги, когда врач высшей категории получает 4000 гривен по бюджетной ставке. Но сейчас, когда больница становится предприятием, уровень зарплаты определяется по соглашению сторон. Трудовой коллектив и администрация. При этом понятно, что у нас трудовые коллективы бесправны, поэтому уровень заработной платы для районной больницы определяет директор больницы или главврач больницы.
которые становятся директорами предприятий. Повноваження фактично цих глав врачів, вони зростуть. Конечно. Смотрите, районная больница – монополист. В районе одна больница. Он единственный работодатель для врачей в районе. Угу. Монопольный работодатель. Куда денется врач в отдаленном районе, где он найдет работу? Вот Черниговская область, посмотрите, отдаленный район, Талаевский район, Сребнянский район. Маленькие районы, единственная больница. Естественно, что там, как что скажет врач, главврач или уже директор предприятия, такая зарплата и будет. Или же увольнение. Эти все районы, кстати, скорее всего, будут закрыты больницы. Почему это происходит? Потому что в настоящее время сложилась такая очень сложная система финансирования здравоохранения, где государство в 49-й статье Конституции рассказывало, что оно все всем обеспечивает, но в самом деле обеспечило менее трети финансирования здравоохранения. То есть у нас был центральный бюджет, который медицинской субвенции передавался на места. Этого хватало где-то от 50 до 70% финансирования медицинского учреждения. Не лечения в медицинском учреждении, а просто его финансирование на существование. Ну, тут ремонт какие-то поточные, коммунальные платежи. Зарплата, коммунальные платежи, ну и немножко на лечение. То есть в субвенции медицинской всегда на лечение и на содержание пациентов уходило не более 8% от всего объема. Но этого не хватало. Поэтому от 50, там, от 30 до 50% еще доплачивали местные бюджеты. Ну, потому что медсубвенция – это все же пополнение местного бюджета. А получается, что местный бюджет должен был финансировать бюджетные учреждения на своей территории. Ну, и это тоже только на содержание больниц. А лечились люди, как у нас, как правило, за свои деньги. Если вы возьмете, откройте сайт Минстата, есть там такое национальные счета. Так вот, в этом году, в прошлом году мы на здравоохранение государство дало 113 миллиардов, а люди заплатили официально 135 миллиардов. В этом году где-то государство около 120 миллиардов на здравоохранение, а люди заплатят, еще нет данных, но приблизительно за 162 миллиарда люди гривен. Люди все-таки будут больше доплачивать за лекарства. Естественно, они все время платили. И вот ситуация. Вот в этой ситуации, то есть получается учреждение здравоохранения, дело как люди лечились за те деньги, которые они платили неофициально, или же благотворительными взносами, или же сами покупали лекарства. Учреждение здравоохранения жило за счет субвенции и за счет местного бюджета, который доплачивался. Сейчас это сказали, стоп, вы уже не бюджетное учреждение, вы предприятие. И вы оказываете деньги, указываете услуги для всего населения в регионе за счет договора с Национальной службой здоровья. Но денег по этому договору дали немножко больше, чем было в субвенции, которая покрывала только до 70% функционирования медицинского учреждения. И теперь на эти деньги, на которые раньше только обеспечивали часть функционирования, надо будет и лечить еще. Понимаете? При этом... Тобто, а яким чином тоді люди будуть сплачувати? Я так розумію, раніше сплачували на якісь благодійні фонди, які були при лікарні. Вообще непонятно. Ви поймите, що коли бюджетне учреждение, по ньому може бути благотворительний фонд. Коли предприятие з расчетним счетом, яке оказує услуги, при ньому може благотворительний фонд буде як-то глупо смотреться, правда? Ну, то есть, как люди будуть... для податкової теж. Да, конечно же. То есть, на счет нельзя. Почему на счет официально нельзя? Потому что у нас есть минимум постановления Кабинета министров 1138, которое четко указывает перечень платных услуг, которые может оказывать в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. И это постановление когда-то было очень большое, но решением Конституционного суда его сократили вот именно до такого-то перечня. Ну, то, а за рік скільки от таких платежів на благодійні фонди люди платили? Ну вот я же говорю, то есть в принципе получается вот за 2019 год это около 162 миллиардов гривен. А, тобто на ці всі гроші просто держава їх захотіла оподаткувати. Так не получится. Еще раз. Теж не вийде. Предприятие не может оказывать услуги, кроме перечня, утвержденного Кабмином. Угу. А это не услуги, связанные с оказанием непосредственной медицинской помощи. Там в перечне профосмотры, дополнительные отельные услуги. Там миллион профосмотров, например. А нельзя. Вы же... А как вы доплатите? Это все контролируемое на счет. Миллион профосмотров. Кто будет заказывать профосмотры? Предприятие города?
Будешь заказывать, но оно заплатит ровно столько, сколько за профосмотр, правда же? А человек откуда принесет деньги? Но у нас же есть замечательная еще статья. У нас есть, по-моему, 183-я, насколько я помню, статья Уголовного кодекса, которая предусматривает полгода лишения свободы за оказание платных услуг в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения. Поэтому вот я не понимаю, как люди смогут принести деньги. Есть 49-я статья Конституции, есть постановление Кабинета министров, есть статья Уголовного кодекса. Понимаете? Я этого не понимаю. Я не понимаю, как местные бюджеты смогут доплатить в этой ситуации. Почему? Потому что, когда он доплачивал своему бюджетному учреждению на своей территории, это было понятно, да? Бюджет доплачивает бюджетному учреждению, чтобы оно функционировало. По закону о местном самоуправлении местная власть обязана обеспечить функционирование медицинского учреждения на своей территории. Зрозуміло. І ну, от, теперь, то есть, а теперь получается, а до чого це призведе через місяць-два? Ну, тобто, фактично 30%, 40 лікарень просто закриються, і 30-40% медичних робітників залишаться без роботи. Всі експерти однозначно говорять, що залишаться тільки от ці опорні больниці, тобто, собственно говоря, ті 212 опорних больниць із більше 1800, які залишаться. А все остальные будут действительно не кто-то быстро. Зараз не быстро. 1800 лекарей? Ну, вообще учреждений, которые оказывают стационарную медицинскую помощь в здравоохранении, в системе здравоохранения. Угу. И сколько таких закладов? Ну, вот останется 212, плюс еще, наверное, какие-то городские больницы останутся в крупных городах. Ну, будет 300 максимум. Все остальное действительно пока непонятно, как будет финансироваться в новых условиях. А це скільки відсотків? Это очень много получается. Больше 10% сети улетит сразу практически. Ну как сразу? В течение этого года. Вы поймите, что не сразу переводятся. Да? Переводятся каким образом? В апреле будут финансировать по 100% по 2018 году платежи. И постепенно будут переводить. Доля за финансирование за услугу будет постепенно нарастать. И только к июлю они сделают 60 на 40. 60% глобального бюджета и 40% за услуги. То есть все проблемы, ну реально проблемы начнутся к маю, к июню. И вот это массовые сокращения, они пойдут вот именно туда, ближе к лету. Май-июнь. Да? А еще же дополнительно, вы же другое поймите. У нас еще дополнительно есть интереснейшая ситуация. У нас выборы в октябре. А с чего тут медреформа и выборы? А очень просто. Вот скажите, для того, чтобы сокращать врачей, вам необходимо решение собственника. Реорганизация. Собственник – это местный совет. Районная больница. А захочет ли местный совет сокращать перед выборами врачей? Вопрос. Я думаю, что не есть, что означает выиграть наступные выборы. Вот. Получается, что вся эта ситуация будет развиваться по такому сценарию. Местный совет не будет давать сокращать медицинских работников. Денег не будет хватать. Люди будут возмущаться. Плюс ко всему прочему, людям пообещали, пациентам пообещали, что с 1 апреля у них будут бесплатные лекарства, и они уже ничего не доплачивают за лечение. Правда же? Вы слышали об этом. А 2 апреля врач скажет, да извини, я за 6 тысяч гривен работать не хочу. В карман, пожалуйста, мне положи. Пациент что скажет? Пациент скажет, гад. А врач скажет, извини, 6 тысяч гривен. Государство не заплатило. А потом его сокращать начнут. Они пойдут к мэру. Да? То есть возмущенные люди пойдут к мэру. И мэр что им скажет? Ну, там же отбывается. А правильно, и что им мэр скажет? Извините, надо сократить? Нет, у мэра выборы. Мэр скажет, эти сволочи в Киеве забрали у нас финансирование больниц, потому что оно раньше было на местном бюджете, и эти деньги теперь отдали НСЗУ, и теперь Киев не финансирует нашу больницу. Ребят, ну-ка пошли в Киев. Ну, я не вижу другого сценария. Вы видите другой сценарий? Ну, тобто, будемо бачити в Києві дуже багато людей з регіонів, які будуть дуже обурені все ж таки таким ставленням. Мені так здається. Ну, вже 26 февраля вже будуть представителі Києво-Святошинського району, ближайше окруження, так сказати, столиці. Я вже знаю, що намічається кілька районів Вінниці, приходіть сюди населення з требуванням. Оставьте нам нашу больницу.
и так далее и тому подобное. Если кто-то считает в центральной власти, что они перекинут ответственность на местную власть, то мне кажется, что местная власть, она ближе к людям. И у них есть больше возможностей объяснить очно людям, кто виноват в ситуации с необходимостью закрытия больниц или невыплаты зарплаты медикам. А місцеві громади можуть якимось чином почати фінансувати ці підприємства, які будуть називатися лікарні? Да. Но есть один маленькая проблема. Если бы... Да взяти гроші, наприклад. Не, ну, даже если есть деньги. Ну, как-то они всегда дофинансировали то, что я рассказываю, да, то есть 30-40%. Угу. Вот по Прилуку могу сказать, что, например, Прилукская городская больница требует 2,5 миллиона ежемесячно дополнительного финансирования. Угу. Ну, не в этом же дело. Дело в том, что та программа медицинских гарантий, которую приняло, собственно, правительство для финансирования, она нарушила собственный же закон про медичные гарантии медичного обслуживания населения и сделала его в таком виде, в котором невозможно дофинансировать. Ведь изначально, вот теперь объясню, изначально что было? Когда принимали этот закон, говорили о чем? Что мы делаем реальные, мы четко оконтуриваем обязательства государства. У нас есть 49-я статья Конституции, которая говорит, мы всем обеспечиваем, а давайте примем закон о фингарантиях. В рамках этого закона будет программа медицинских гарантий, где будет четко написано, государство может обеспечить от и до. Так говорили, когда продвигали данный закон. То есть идеология была такая. И в законе написано, что программа медицинских гарантий состоит из перечня медицинских услуг, которые оплачивает государство, и объема медицинских услуг, которые оплачивает государство. А в бюджетном кодексе, 89-я статья, часть 3, сказано, что местный совет может реализовать программу местных медицинских гарантий понад обсяг державной программы медичных гарантий. То есть вот это оплатило государство из центрального бюджета, а вот это оплачивает местный совет, да? А вот это оплачивает сам пациент. Такая была идеология вот той реформы, которую реализовывали. Но сейчас делали очень просто. Власть побоялась взять на себя политическую ответственность и сказать людям, что денег есть только на вот такой перечень и такой объем. И что они сделали? Они сделали на весь объем медицинских услуг. Они сделали тарифы, каким образом? Они сделали тариф, не исходя из экономики, из затраты на оказание той или иной медицинской услуги, а тариф посчитали, на имеющееся финансирование поделили на прогнозное количество случаев. И поэтому получилось, что у нас... Дуже низкая цена за конкретный выпадок. Да, ну, например, у нас консультация врача, специалиста, 49 гривен. Это в, ну, где-то 20-25 минут врач консультирует. 49 гривен. В любой частной клинике консультация врача-специалиста 150, 200, 300, 500 гривен. Вот здесь будет государство 49 гривен. Если вы даже просто посчитаете бюджетное время человека, у нас 40 часов в неделю. И 49 гривен, потому что там зарплатню платить. Там же медсестра еще будет какая-то. И, конечно же, пойдет что-то на зарплату управляющего персонала, да, но не медицинского персонала. Коммунальные отдельно. Коммунальные там отдельно, это по медицинской субвенции отдельно идут. Но не в этом дело. Зарплата другого персонала, налоги, да, все же здесь. Да. То есть реально для того, чтобы заработать 6 тысяч гривен, своих официальных, врачу придется консультировать вот от обеда и полностью.